Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой. Вот у этого цыпленка, сейчас приближу, вот такая шишка на голове непонятная. Значит, начала расти где-то дня 3 назад или 4. И ну, сначала я думал, что это наклев какой-то, что-то ему клюнули. Но, скорее всего, это какое-то новообразование. Два варианта. Или новообразование, или ну, типа гребешка, только в другой части, под кожей. Все, убежал. Вот такие вот дела. Красивый цыпленок, конечно, такой вот разноцветный, но что поделать, со всякими может случиться. Арсений Селезнев, зверобой, 20 апреля, снегири растут потихоньку. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока.